привет! Вы на канале Линель, и с вами я, Елена Чернявская. Сегодня мы с вами будем говорить про такую тему, как бессонница. Очень многие жалуются на то, что в условиях стрессов, перегрузки, постоянных дел не могут уснуть, либо просыпаются ночью от того, что чувствуют какую-то тревожность, и снова бессонные ночи. А между прочим, здоровый сон – это очень важно для женского здоровья. Поэтому сегодня я вам покажу упражнения, которые избавят вас от бессонницы. Смотрите до конца, не забудьте поставить лайк. В чем же смысл этих упражнений? Во-первых, мы растягиваем и расслабляем мышцы. Мы снимаем то напряжение, которое копилось целый день, на которое организм тратит большое количество энергии, тем самым не давая нам расслабиться и заснуть. Во-вторых, расслабляя мышцы, мы освобождаем сосуды и капилляры, а значит, лимфа и кровь будут беспрепятственно течь по нашим венам и капиллярам, мозг получит необходимый ему кислород, даст команду всем мышцам, всему телу, всему организму расслабиться и наконец-то заснуть. Кроме того, такие упражнения способствуют более равномерному, более крепкому и спокойному сну, а значит, вы выспитесь и наутро будете чувствовать себя намного лучше. Очень важно! Я советую выполнять это упражнение, когда вы уже выключите свет и все упражнения будете делать закрытыми глазами, как будто бы вы уже заснули. И все упражнения плавно перетекают в то, что вы ложитесь и засыпаете. И еще есть одна маленькая хитрость. Когда вы уже легли, вам нужно отключить поток мыслей, вот это вот слово-мешалку, которое у нас вечно в голове. Для этого задайте себе вопрос: а какая же мысль придет следующей? И я вас уверяю, вы на какое-то время освободите свою голову от разных ненужных вам в данный момент мыслей. Чтобы сделать упражнение, вам ничего не потребуется, только вы и кровать. Вот прям уже легли спать, уже пытаетесь заснуть, у вас не получается, садитесь и начинаете выполнять простые упражнения. Ноги перед собой прямые. Начните поочередно натягивать на себя стопы. Задержитесь на правой стопе, возьмитесь за нее руками. Потяните, затем другая нога. Почувствуйте натяжение под коленями. Глаза при этом не открываем. Затем натяните две стопы сразу и потянитесь к ним настолько, насколько позволяет вам растяжка. Почувствуйте, что мышцы спины тоже тянутся. Опустите голову на бок, стараясь тянуться вверх ухом. Почувствуйте вытяжение мышц шеи. Затем заведите руку назад, на противоположный затылочный бугор, и потяните ее в диагональном направлении. Почувствуйте, как вытягивается верхняя часть трапециевидной мышцы. То же самое сделайте для другой стороны. Возьмитесь рукой за противоположное колено и разверните себя в сторону, скрутитесь позвоночником и смотрите вдаль за рукой, но глаза при этом также не открываем. Задержитесь на несколько секунд, почувствуйте вытяжение мышц спины. В другую сторону сделайте то же самое. Не нужно делать слишком большую и широкую амплитуду. Мы не растяжкой занимаемся, а расслабляемся. Округлите спину и потяните, стараясь растянуть все мышцы спины. Сделайте то же самое несколько раз. Затем потянитесь руками перед собой. Сначала правая чуть дальше, потом левая. Почувствуйте еще большее вытяжение мышц спины. Обхватите себя под коленями и задержитесь за локти. Старайтесь оторваться от колен, оттягивайтесь, почувствуйте, как мышцы спины и шеи у вас растягиваются. Глубоко дышите во время всех упражнений.
Примите позу бабочки, стопа к стопе и потянитесь вперед настолько, насколько вам позволяет растяжка. Дышите глубоко и глаза по-прежнему не открывайте. Из этого положения вытяните ноги и опуститесь на спину закрытыми глазами. В таком положении засыпайте. Вот такой простой и легкий комплекс упражнений, который поможет избавиться вам от бессонницы. А с вами была я, Елена Чернявская. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых полезных видео. Всем спокойной ночи!